И как видим, скорость нашего интернета увеличилась на 5 мегабит в секунду. Тем самым подтверждает то, что данный способ действительно увеличивает скорость интернета на вашем Android-устройстве. Друзья, всем привет! В сегодняшнем ролике хочу с вами поделиться одной секретной настройкой, которая позволит вам увеличить скорость вашего Wi-Fi соединения. Итак, перед началом настройки хочу вам показать, какая на данный момент у меня скорость. Заходим в любой из браузеров и переходим на сайт для тестирования скорости. У меня это будет спид-тест. Обновляем страницу и нажимаем «Начать». Итак, на данный момент у нас скорость составляет порядка 70 мегабит в секунду. И сейчас будем переходить к настройкам Wi-Fi соединения. В общем, заходим на главный экран, далее нажимаем настройки, переходим на Wi-Fi и находим наше соединение. Далее нажимаем на вот эту вот стрелочку, нажали, опускаемся вниз и проверяем, чтобы у вас прокси здесь стояло. Нет, в графе конфиденциальность стоял использовать MAC адрес устройства. Дальше в настройках IP адреса нажимаем на статический IP адрес. Опускаемся вниз и значение там, где DNS1, полностью стираем и вводим 4 восьмерки. И там, где DNS2, вводим 2 восьмерки и 2 четверки. И теперь нажимаем «Сохранить». Происходит обновление подключения. И теперь давайте зайдем снова-таки в браузер, обновим страницу и нажимаем «Начать». И как видим, скорость нашего интернета увеличилась на 5 мегабит в секунду. Тем самым подтверждает то, что данный способ действительно увеличивает скорость интернета на вашем Android-устройстве. Напишите также в комментариях, насколько у вас получилось увеличить скорость интернета. Ну и если вдруг что-то непонятно, пишите в комментариях, я обязательно каждому отвечу, помогу. А мне на этом все. Если данный ролик был для вас полезен, ставьте лайк. Также не забывайте нажимать на кнопку подписаться, если не подписаны. Ну и нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео, которые выйдут на моем канале. До новых роликов и пока-пока!